Ну что, ребятушки, козлятушки, поедем драться в радиатор Спрингс. Какой сегодня отличный день. Хорошо, что сегодня не гонка. Наконец-то отдыхать можно. Да, это хорошо. Профессор Зундап? Да. Опять ты здесь, все ты на нас уже достал. Блин, кричи так. Ты у меня уже разозлил. Это ты меня разозлил, Фин Макмисел. Атаку! Да, бой! Так, надо набраться сил, чтобы мы хорошо победили ведер. А пускай Финн, Холли и Рот подерутся с ними. Ну, Мэтр, надо же спасать Радиатор Спрингс. Могу не подожди, надо набраться силы. Раз ты так хочешь, ну ладно. Всего лишь 1 минута. Ладно. Мэтр, могу им подсядь меня? Мэтр, быстрее. Мы не так не успеем. Могу им успеем. Ну вот вы и попались. Но я же говорил, надо вступать в бой. А так нам придется этих троих драться. Нам с таким ведром не справиться. Ха-ха-ха, нас трое, и вы никак не победите нас. Ну что, ребятушки, козлятушки, вы окружены? Нет! А вот теперь вы точно окружены. Ха-ха-ха. Мэтр Маккуин, спасайте нас. Я же говорил, надо вступать в бой. Теперь там наши друзья в беде. И мы в беде. Ха-ха-ха-ха. Вам уже не спастись. У меня же есть пистолет. Что? А у Мэтра есть пистолеты. Я вас сейчас выстрелю. Валим! Ха-ха-ха-ха. Теперь мы точно спасем Фина. Держись, Фин! Холли, Рот, держитесь! Ха-ха-ха-ха. Фин, Макмиссел и Рот, Холли, вы теперь наши. А вот и нет! Эй! Чего тебе надо? Иди сюда! Так, а ну иди сюда! Ой,
Вали отсюда! Все, поехали отсюда!